Городок. Жизнь замечательных людей. Всем известно, что Карл Маркс был великим марксистом. Но не все знают, что в детстве, до того, как стать великим Карлом Марксом, он был маленьким карликом Марксиком. Одну секундочку, герр доктор, мы сейчас. Один момент, герр доктор. Карл, мой сын. Карл, сынок, доктор сидит здесь уже 3 часа, ждет твой общий анализ и пьет чай. Наш чай пьет, ты понимаешь? И ждет твой общий анализ. У нас уже кончается чай, а ты все сидишь и мечтаешь. Я не понимаю, твой сын меня слышит или нет? Ты слышишь мамочку или нет? Я слышу. Врач ждет общий анализ. Так что же ты сидишь и мечтаешь? Я мечтаю о том времени, когда все будет общее. Жизнь замечательных людей. Владимир Иванович Даль был уверен, что потомки оценят его труд, но в светлое будущее России не верил. Поэтому в его словаре нет слов маркетинг, брокер и офшор. Сколько в нашем словаре слов уже получилось? 10 000. Всего? Всего. Маловато. 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 Даже этот, как его? Шиллер. Шекспир. Шекспир. И тот потомкам 12 тысяч оставил. Ну, конечно, мы-то своих потомков никак обделить не можем. Не можем. На какой букве мы остановились? Так на ней наша. Наша. Пишите. Шмель. А шмель уже есть, Владимир Иванович. Тогда шиншилла. Ты шиншилла была. А! Раз такое дело, пишите. Пишу. Шара. Шара. Шняга. Шня. Шухер. Шкиля. Шмон. Шмон. Шнырь. Вот шибздик. Шибздик. А, шибздик. Замечательно. Шибздик. Владимир Иванович, боюсь, потомки-то нас не поймут. Не поймут нас потомки. А я в нашу молодежь верю. Потомки поймут. Поймут. Они у нас, ах, знаете, какие. Какие? Допишите. Шпана. Шпана. Шобла. Шобла. Шалава. Шалава. Вот дал, а! Даль! Это даль! Жизнь замечательных людей. Великий итальянский ученый Галилео Галилей прославился тем, что у него имя было похоже на фамилию. Ну, и еще, кажется, чем-то. Кто здесь? Бонжорно, сеньор Галилей. Что вам нужно? Вы не мешаете. Простите, сеньор Галилей. Что значит простите? Я работаю, вы мне мешаете. Я только что совершил величайшее научное открытие, а вы мне мешаете. А какое открытие? Я только что доказал, что легкие и тяжелые предметы падают одинаково. А, сеньор Галилей, это не совсем так.
Тут кто-то хочет вступить со мной в научный спор. Так вот, я провел множество опытов, сбрасывая легкие и тяжелые предметы с Пизанской башни. И я доказал, что они падают одинаково, одинаково. А я вот позволю себе возразить вам, сеньор Галилей. А кто вы такой, чтобы спорить с самим Галилеем? А я дворник на площади, как раз вот у Пизанской башни. Пришел просто попросить. Если уж вам все равно, легкие или тяжелые, так не могли бы ли вы сбрасывать только легкие предметы? Потому что падают они совсем не одинаково. Ну, совсем. Тяжелые, они гораздо больнее. Смотрите, вот.